Семена виолы крупноцветковой Дельта Биконсфилд. Виола крупноцветковая Дельта Биконсфилд. Высевают для получения рассады в удобренный, увлажненный грунт. Высаживают в мае на постоянное место. Растение хорошо переносит неблагоприятные условия, предпочитает солнечную местность, любит частый полив. Куст высотой до 20 см, пускает ветви до полуметра в длину с густыми листочками. В июне распускаются удивительные бутоны с оригинальным окрасом. Лепестки фиолетового окраса с темными, светлыми узорами, желтой серединкой. Непрерывное цветение продолжается до заморозков. Виола крупноцветковая Дельта Биконсфилд – это двулетнее растение высотой 15 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Виола прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает виола крупноцветковая Дельта Биконсфилд в месяц сентябрь-октябрь. Цветок окрашен в белый, фиолетовый цвет. Интересные цветы виола могут быть до 80 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.